Подвесь нельзя. Наша летняя кухня, башня, высоко крест стоит. Это лагерная территория. Мы еще сюда не уехали. Сегодня 27 сентября. Никита пасет. А мы, видите, как здесь гнездо воронье. Прямо в лагере, прямо внутри, на территории. Так у вас тут мышь не попадет. А ну для чего стол-то? А? Стол-то для чего это? Да вот она где угодно залезет, отсюда спрыгнет вот с этой вот шторки. А для чего стол тогда тут? Он для этого же и сделан. Что-то? А там нет, не сделал, она залезет. Вот по стене она и сразу здесь. Закрывать независимо от чего убрать. Плотно завязывать с перегибом эту горловину, вот так перегнуть. Я-то тут не бываю, не вижу, что у них тут игра. Хорошо упуталась. Все стащили здесь. Это на две фляги воды возить. Это две качалки. Ну, все, что здесь есть. Это игровой зал был. Дети могут приходить и играть. А что и лопата-то брошена, не сделана. И здесь тоже закрученный вот это, не выдержишь. Вот этот стол мне недостигаемый для них. Вот на этом вот. Вот здесь вот. Выше на него перенеси. На теннисный стол. Закручивай, пополам перегни горловину. Еще там посмотри, где у тебя. Все, что я вижу, все достигаемо, кроме ведер. Вот так. Плотно завязать, чтобы туда мышь никаким образом не могла попасть. Перетягивать горловину здесь. Видно было, что туда она не попала. Не жалей перемотать. И сразу на этот стол, на теннисный. На теннисный попасть труднее. Она до низу дойдет, упрется в нее, как на голубятни. Перенеси все туда. И везде все перегни. Я гляжу, у вас почти открытое. Что это такое? Небрежность вопиющая. Перегнуть и перемотать, перетянуть, даже, говорит, воздух не проходил. Да не надо это так петлей, это так просто завяжи. Там что-то вверху, вон там есть, все перекинуть на этот стол. А там в углу что за два мешка с чем? Вот это с тряпками какими-то. С тряпками. Ну и тряпки тоже туда перекинуть. Иначе мыши себе сделают из них матрасы. Значит, с мышами у вас дружба идет. Это внизу для пилы? Да, бензин. Ладно. Скорее перекидывай в сторону. Завязывай. Интересный у нас
береза растет, как кто разрубил ее. И дальше ее. 27 сентября березы еще не облетели. Тополя только облетели. Блиства с них. А там еще же ни за кто не ходит. И... Володя, хоть иногда-то смотреть надо, смотри. Открытый вход-то, коровы-то. Зайдут сюда, здесь что угодно могут сделать. Почему она открыта-то, дверь? Никогда не гляжу сюда, не захожу. Вот она открыта. С чего ради, непонятно. Даже просто рукой двинуть, и то уже закрыто. Дети играют, там гречишное поле, дорога. Электрические столбы. Корчины идут, оттуда электричество идет. Это была большая столовая, тут ели раньше. Мы убили предварительно каждый раз. Это под ногами листва тополевая. Так, там убрал все. А сверху там что, там несъедобное? Посмотри, там он стоит на скамейке, везде все, проверь. Поди компот. Ну явно, ну там-то уж и говорить не надо. Она по стене бегает, и все не завязанные мешки. Володя, что это такое? Все мешки открыты. Это прямо явное вредительство. Ни один мешок не завязан. Мука все открытая. Кошек нету. Мука завязана была. Ну там завязано, ну завязать надо так, чтобы мышь, она везде пролезет. Вот этот стол, он может быть и недосягаемый для нее. Он на столе, видишь, стоит на подножках каких. Еще раз прогляди там вот все эти мишки где, на каком этаже. Куда-то занести надо и унести на лабаз. Вот готовят. Чтобы испробовать, как печет на его усадьбе в доме бывшим калашником. Такие ли? Все закрыто. Теперь тут никто не будет жить. Дверь открыта. Почему открыта? Там лук. Интересно. Тоже непонятно все. А что ж тут лук и открыто совсем? Ну хотя бы на задвижку закрыли. Почему? А? Никита не закрыл, я что? Никита, так ну ты же тут. Ну Никиту сказали, померзло. Никита. На ночь-то закрыто. А он-то зачем открыл? На ночь-то закрыто было. Потом за луком ходил. Он ходил зачем? За луком. А? За луком. Это неправильно. На Никиту не надо ссылаться. Ты же его знал. Это мы уже снимали не раз, Игнатьевич. Нет, ты до конца сегодня да, пойдем. Вот привезли кошку белую. Уйди отсюда. Белая, уходи. Чтобы она мышей гоняла. У меня дружбы с мышами никакой нету.